Всем привет! Сегодня будем показывать покупки с блошиных рынков Германии. Это у нас вот такая вот замечательная ваза. Такая замечательная кошечка у нас. Она позировать пришла. Тут как тут. Только начинаешь, и кошки прибегают. Мишель, давай уходи. Уходи давай. Ты мне тут мешаешься. Иди. Иди домой. Иди к себе в люльку. Так, это у нас богемское стекло, Чехословакия. Очень классно. Ваза. Почти как новое. Все золото на месте. Так оно вот выглядит. Так, следующее. Это картинки на стену, как монеты. Так вот подвешивается, держатель есть. Это у нас от Геральт. Геральт порцелян фарфор. Такие картинки. Старинку. Мишель, давай, нашла домик. Уходи, не разбей тут ничего. Давай. Иди. Иди на диван. Так, вторая картинка. Тоже под старинку. Тоже Геральт. Две штуки сегодня досталось мне. Это сегодняшней барахолки, короче. Такие вот две чудесных настенных картинки. Так, следующая ваза. Может, кто и видел предыдущий, может, я видел. Оставлял я. Это я с подержанного магазина. Алка. Конст. Так, следующая ваза. Такой вот рисунок. Цветы. Птица сидит на ветке. Золото. Это у нас Венгрия. Венгерская ваза. Еще одна ваза. Это у нас от Томаса. Такая тоже красочная. Вся в цветах. Цвет Эльфенбайн, наверное. Так, следующая ваза. Такая вот. Оберст.
Берстдорф какой-то. Немецкая. Вазонька. Так, это у нас Богемия. Такая вот вазонька. Тоже красивая. Еще вот одна вазонька, такая с ручками, интересно. Это у нас рояль Лиможес. Так, сегодня раздобыл такую вот статуэтку фарфоровую. Хан Гирей и Мария Бахчисарайский фонтан. Это из балета. В хорошем состоянии, все золото на месте. Первый сорт 25 рублей раньше стоил. Такая вот фигурка. Следующая покупка — это вот такая вот бомбоньерка в золоте с крышечкой. Такая вот красивая бомбоньерочка доза. Так, следующая моя покупка — это вот такая бомбоньерка Блейкристалл, хрусталь, крышка. Интересная шлифовка. Сложная. Рисунки. Ножки. Внизу дно тоже. Шлифовка. Такая вот бомбоньерка. Держатель такой удобный. Это у нас хрусталь. Так, следующая покупка — это лебедь. Такой интересный цвет. Красивущий.
Так, следующая моя покупка. Это вот такая вот бомбоньерка. С двух сторон. Багеты цветов. Мак. Васильки, наверное, что-то. И еще какие-то, не знаю. Такой вот букетик. Это у нас Шуман. Держатель интересный в виде розы. Сверху на крышке три букетика по сторонам. Такая крышка интересная. Так выглядит внутри. Следующая покупочка. Это вот такая вот типа вазы. Может, подсвечник какой для свечи. Круглый. Тоже шлифованные грани. Цветной кристалл. Этикетка еще сохранилась. Блейкристалл. Интересная вазочка. Так, следующая покупка. Троечка. Такая вот возможно, вы ее видели. Так, такая вот бомбонерочка, шкатулочка, не знаю, как ее назвать. Розы. Такой вот знак. Фрукштет. Это у нас пивная кружка. С картинками. Соловянной крышкой. На крышке изображен какой-то рыцарь с кружкой. Пиво сидит с копьем. Топор. Копье с топором что-то на конце. Из-за этого у нас фарфор, Made in West Germany,
Восток Германии. Такая вот кружечка. Так, следующее. Это розеточки. Три штуки, правда. Обычно их 6. 6, 8, 10, не знаю. Это у нас КПМ. От КПМ. В стиле барокко. Три штуки. Так, следующая моя покупка. Это вот такая вот ажурная тарелочка. Квадратная почти, прямоугольная. Тоже по краям золото. Завитушки здесь. Цветочки. Букетики с двух сторон. Такая вот нежная. Это у нас Геральт. Порцелян. Фарфор. Красота. Так, следующее. Шаленка. Такая вот прорезная. Это у нас Линднер. Красивущая. Маленькая такая, красивая. Шаленочка. Так, следующее. Шкатулочка. Небольшая такая. Интересная. Держатель. Розочка. Это у нас от Кайзера. От Кайзера. Дозочка. Следующая покупка. Это Мока пара. Такая вот она. Интересная. С одной стороны деколь, букет цветов и тарелочки тоже внутри букет цветов. К сожалению, штемпеля нет. Ни внизу у чашки, ни у тарелки. Так вот. Тоже красивый комплект. Так, следующее. Тоже типа шали, как сердечко, два голубка сидят, воркуют, самец, самка, хвост распушила, букет цветов, лесные какие-то, полевые,
Это у нас тоже Геральт. Следующая. Такая вот. Вся в золоте. Мока пара. Цветы здесь по окружности. Букетики. Тарелочки ничего нет. Это у нас Зельтман. Зельтмана. Так, следующая покупка — это такие вот яички коллекционные. Тоже замыль штук собирают коллекционеры. И вот еще одно. Такие вот яички. Марки, к сожалению, нет. Но красивые, согласитесь. Так, следующий. Это у нас и подсвечник, и колокольчик. Такой вот рисунок. Цветы изображены. Следующий. Вот дракон. Типа в стиле китайский. Это колокольчик, к сожалению, здесь оторванный. Нужно делать, отвернуть и прикрутить новый. Так, еще одна покупка. Вот такая вот шкатулочка. Интересная. Под шмук. Под украшение. На четырех ножках. В стиле барокко, но... Так, следующий. Вот колокольчик. Это у нас от Гобеля. Штемпель стоит. Старенький. Пчелка. Потом вот такой вайнахтовский колокольчик 92 года. Так он вот выглядит. Сейчас открою, покажу.
Deutsche Reiter. Девяносто год. Коллекционный. Так, следующий. Это фарфоровая игрушка на елку. Видишь, она разрисованный. Детишки играют, сидят. Чирайтер, 93 год. Так, следующая моя покупка. Цвибельмустер. Шали под салаты. Это у нас Мейсон. Мейсон. Второй сорт. Второй сорт. Такой вот рисунок. С боков. А внутри луковые роспись. Цвибельмустер. В хорошем состоянии. Не царапанный. Фарфор. Купил я за 12 евро. 12 евро. Продавал мужик один за 15 евро, я его уговорил за 12 продать. Следующая покупка. Тут такая вот брошь старая на фарфоровой монете. Нарисовано в серебряном футляре. Розочка. Следующая брошка, броши, такая вот красота, золото, цветочки, вентилечки. Это у нас Шуман порцелян. Гарантирует. Это у нас броши от Розенталь. Розенталь. Золота нет, рисунок.
красочный. Ручная роспись. Следующая броши. Такая вот. Забыл, как камень называется. Вылетел. Это неправильно скажу. Кто знает, тот знает. Так, еще вот такая вот брошка. Интересно. Камешки играют. Переливается все. Интересный дизайн. Такая вот брошечка. Голова. Женская. Какой-то камень черный. Непонятный. Это дорогие броши. По 10 евро я брал за каждую. Вот эти из фарфора. Серебряным тоже 10 евро. Один мужчина продавал, вот у него 4 броши прикупил я по 10 евро. Он старенькими вещами торгует всегда интересными, но очень дорогими. Но иногда что-нибудь я у него все равно покупаю. Вот такая вот брошка. Интересная. Вот одна брошечка интересная тоже сделана. Тяжеленькая. Это, наверное, что-то искусственное. Блестит. Кто-то ее создавал. Как сам футер выглядит под бронзу. Так, вот такая вот броша. Может, цветочки загнулись. Осторожно разогнуть, чтобы не поломать, чтобы выглядел естественно. Видать, с чем-то тяжелым лежало и погнули. Такие вот глазки блестящие. Даже иголка здесь погнута тоже.
какая-то уже колонна идут. На веревочке. Такой вот рисунок. Птичка. Узор как золотом. Позолочено. Интересно. Красивый кулончик. Такая вот брошечка. Цветочек. Сетка. Позолочено. Еще брошка под серебро сделана. Посеребрено. Тоже старенькая штучка. Паяна, видно. Лепестки сделаны с тонкой пластины. Рисунок. Сделаны, спаяны между собой. Вот еще кулон тоже также сделанный из пластин. Тоже вещичка старенькая. Такая вот брошка. Интересная. Переливается. Забыл, как стекло это называется. Всегда помнил, а сейчас вот вылетело. Сваровский. О, Сваровское. Стекло. Вспомнил. Так, все. На этом видео буду заканчивать. Кому понравился обзор, ставим лайки. Не забываем подписываться, кто не подписанный. Не пропускаем интересного. Всем пока!